Они успевают все и быть заботливой мамой, и успешной бизнес-вумен. В Чувашии подвели итоги федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». 36 участниц со всей республики и только одна победительница. Кто получил главный приз, расскажет Анна Центовская. Проект «Мама-предприниматель» не прошел бесследно ни для одной из участниц. Каждая получила новые знания, вдохновение и толчок к развитию. В течение 4 насыщенных дней мамы проходили тренинги, встречались с успешными предпринимателями, обсуждали юридические и экономические аспекты своей деятельности. Мне не хватало больше поддержки психологической, финансовой, и чтобы просто вот подсказали, как действовать дальше, что нужно сделать. И именно здесь случилась вот эта самая трансформация, после чего я пошла, забронировала за собой место, вот это вот 60 квадратов свои, уже все продумала. Благодаря такой поддержке Анна уже в сентябре откроет детский развивающий центр. И это только одно из направлений предпринимательства молодых мам. Они разводят птиц, шьют одежду, развиваются в бьюти-сфере и многих других направлениях. Наталья Фатыкова занимается выпечкой. Своим бизнес-проектом она покорила жюри и получила главный приз – 100 тысяч рублей на развитие своего дела. У предпринимателей очень много расходов, они связаны в том числе там, с наймом персонала, с арендой нового зала. И у нас в планах действительно отстроить большое помещение, потому что сейчас у нас достаточно небольшое производство. И мы мечтаем о большом, светлом, а еще о кафе, куда могли бы уже приходить люди. Теперь Наталья отправится на федеральный этап проекта. Он пройдет в Москве в конце сентября. Победитель получит 1 миллион рублей для своего бизнеса. Анна Центовская, Татьяна Матросова, Бахтияр Велиев, Республика.